на канале DJ Channel. И сегодня мы будем снимать наш первый влог. И этот влог будет проходить на концерте «Новая волна» в городе Сочи на Морпорту. Итак, мы погнали. Поездка была далекая. Мы ехали 2 часа. Как дела? Хотите на канал в Ютубе попасть? Геворик из DJ Channel, скажите нам пару слов о «Новой волне». Кого вы хотите больше увидеть? Увидеть? Если увидеть никого. А вот Анастас хочет Нюшу. Расскажите, почему вы хотите увидеть Нюшу. В ней столько красоты. Она одевается скромно. Все коротенькое. Все, понимаете? У нее шикарная фигура. Да, у Анастаса просто. Да, подписывайтесь на канал пацана, я вам выложу там такую. Короче, у Анастаса все просто. Подписывайтесь на его канал пацана. Ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь на его канал. Он там снимает. Подписчиков, я еще не собирал. Он там снимает летсплеи про GTA, Assassin's Creed и различные летсплеи. Помешать. Нормально выгляжу. Нет. Все, давай меня сними. Меня. Олимпийский мишка. Никогда такого никто не видел. Он больше, чем сними наш Геворик. О, а вон наша дискотека. Мы уже близко. Сочи! Сочи! Ну что, как настроение? Купались сегодня? Завтра будете? Или здесь останетесь? До утра? Прямо здесь? Ладно, тогда танцуем. Танцуем! Девчонки, покажите ваши ноги! До красна, и плач хочет в душе вулкан, вырывает все изнутри. Вышла любовь на войну, были с тобой свободны. А теперь постижимая истина, лучшая на свете слова. Но все волшебное, неуловимое, по сути просто, как дважды два. Где-то между небом и морем абсолютно рассвета, где качается горе, начинается лето. Замечательная, безумно талантливая артистка. Она еще невероятно клевый и хороший человек. Вот такой большой, с большой-большой буквы. Но она безумно красивая. Она талантливая. Да, она еще и к тому же. Народная артистка Украины! Ани Лора! Я хочу слышать ответ. Скажи, I'm going.
всегда крепко обниму тебя. Жарко для меня не на свете этом. Драгоценней тебя подарка. Итак, ребят, мы едем домой. Извиняемся, что темно, просто не можем. Мы едем по дороге и не можем включить свет. Так как ни камера, ничего, снимаем на телефон. Да. Мы очень устали, очень сильно устали. Надеемся, что не очень плохо вышло. Все-таки наш первый влог. Думаем, что хоть чуть-чуть интерес есть, чуть-чуть, для первого раза. Но второй раз будет уже намного лучше, мы вам это обещаем, гарантируем. Подписывайтесь. Так, музыка бывает, ты послушаешь кого-то, не прокомментируешь почему. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами Давид и Геворик. Будьте всегда на позитиве. Слышите, всем пока. Всем пока. We'll be right back.